красиво. Укладка асфальта. Федеральная трасса Кяхта-Улан-Удэ. Дорога, федеральная трасса. Кладут сегодня по температуре, вот на данный момент, минус 14. И был хороший асфальт, но для чего это кладут в мороз? Федеральные деньги, ну что, у государства много денег, что ли? Асфальт зимой кладут, а вот то, что здесь все обрушилось, это можно было бы вот что сделать. Было бы намного эффектнее, куда вложить деньги. Это дальше начнется и промоется. То есть это однозначно надо делать после ливня. Ну, дальше будет канава очень большая. Вот куда можно было бы асфальт, который кладут, на хороший асфальт, можно было вот положить этот асфальт на дорогу, которая идет на Копчушку. Платформа уже для дороги готова, а там получается асфальт просто выкидывают на ветер. Вот куда надо было бы тот асфальт, который сейчас кладут на новый хороший асфальт, на федеральную трассу, надо было бы вот на улицу, на дорогу, которая идет на Копчушку. И люди бы были довольны, машины бы меньше разбивались. И как раз этого бы асфальта и хватило.